сила развития хороших вот, фантастов. Я же не могу попоручиться за коллег, что они вот напишут прям выдающиеся тексты. Я же не знаю, какие у них планы, какие что. Я не могу ответить на этот вопрос, это просто не моя компетенция. Каждый может говорить только за себя. Я надеюсь, что ваши коллеги, которые живут здесь, будут писать новые, будут писать интересные, будут писать заметные. И я буду рад за них, если так произойдет. А если не произойдет, буду опечален. Спасибо. Тогда вот еще вопрос. Вы говорили, что каждая книга, ну, практически каждая книга у вас занимает какое-то время, поскольку вы еще читаете дополнительную литературу. Ну, не каждая. Если книжка совсем... Я, в принципе, могу, если надо, начать книгу завтра на любую тему и за несколько месяцев написать. Я профессионал. Ну так вот, какая книга у вас заняла больше всего времени? Какую вы читаете самой тяжелой? Вот. Вот это. «Черное знамя». Да. Сколько? Это альтернативная история, короче. 5 лет только вот я собирал материалы, готовил, прежде чем написать. А «Чаша гнева» это тоже долго. Ну, меньше, там года 3. Вот, «Чаша гнева» это тоже альтернативная там история. Там серьезный исторический материал проработанный, очень да. Серьезный. Там года 3 или 4, ну, тут больше.